Всем привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. С вами Аня, и у нас очередная распаковочка посылок с сайта AliExpress. Если вы любите такие видео, оставайтесь со мной, будет много всего интересного. Смотрите видео до конца. Все ссылочки внизу в описании. Если какие-то есть вопросы, пишите, задавайте, с удовольствием отвечу. И сегодня у нас с вами будет конкурс. Конкурс непростой, совместно с магазином на AliExpress. Будет два победителя. В качестве подарка этот магазин отправит двум счастливчикам две пары обуви совершенно бесплатно. Да, магазин называется New Denver. Он уже на рынке более года на AliExpress. И у него хороший рейтинг в этом магазине, много положительных отзывов. Условия конкурса самые простые. Подписаться на магазин этот, который отправит подарки. Ссылочка на него будет в описании и в первом закрепленном комментарии. И подписаться на мой YouTube-канал. Ну и чтобы я смогла выбрать двух счастливчиков, обязательно под этим видео оставьте комментарий, любой, что хотите, чтобы я смогла рандомно через неделю определить двух победителей. Ну вот и все условия, самые простые, так что обязательно участвуйте, может вам повезет. И вы выиграете очаровательную пару обуви, которая очень актуальна сейчас. Ну что, а мы давайте начнем с вами нашу распаковочку посылок. Штучка необычная, в жизни не догадайтесь, что это такое. Это для хранения колец, она бархатная, такая вот палочка. Что мы делаем? Сейчас покажу на примере. На эту штучку вот так вот кольца одеваем. И таким образом можно здесь очень много-много колец. Колец повесить, так назову, и хранить. Очень удобно. Она легкая, исполнение не очень. Лей виден. Конечно, не буду засмотреть там, но все равно. В общем, такая вот вещь для колечек. Удобно, мне кажется, будет хранить. На выбор было много разных расцветок. Это платье я себе заказала в бежевом оттенке. Платье приходит в зип-пакетике. Присутствует бирочка. Так, тут 100% полиэстер. На свои параметры я взяла размер М. Все параметры вы можете найти у меня в описании под видео. В комплекте здесь идет поясок абсолютно такого же материала и цвета, как само платье. Манжеты на резиночке. Такая не тугая. Плечики, видите, небольшим фонариком выполнены. И оно идет на декоративных пуговках. И здесь, видите, в виде волана двойного. Все прошито аккуратненько, ровненько. V-образный вырез. И сзади ничего нет, просто однотонное платье. Ткань очень приятная, мягкая, хоть это и синтетика. Чуть-чуть совсем тянется. Сама ткань, она, знаете, бежево-коричневого оттеночка. И какой-то такой небольшой-небольшой вкус. Блеск какой-то есть. Не знаю, как передать. Это небольшой такой блеск имеется. На выбор только в одном оттеночке большой размерный ряд. Эта лопатка большая для пиццы. Пришла она в фирменной коробке. Магазин называется Home Favor. Это магазин, где я заказывала хлебницу для дома. Все лежит по своим пакетикам. В комплекте идет такая длинная ручка, здесь просиликонена вставка силиконовая, здесь есть дырочка, можно повесить болтики, все металлическое. Также продавец даже положил отвертку и сама лопатка. Тут также инструкция, она тоже алюминиевая, металлическая. Так вот она выглядит. Вот таким образом надо будет прикрутить эту лопатку. И на странице продавца очень много положительных отзывов по поводу этой лопатки. На выбор было в двух вариантах. Вот такая вот с дырочками и без. Также есть доставка из России. Пришла лопатка очень-очень быстро. Качество мне нравится. Может, кому пригодится. В общем, как обычно, все ссылочки внизу в описании. Очередные беспроводные наушники, в комплекте инструкция. Да, я, наверное, уже многим надоела с наушниками, простите. Может, кому-то пригодится. В комплекте инструкция, зарядная. Крышечка, она, как видите, заклеена, она прозрачная. Открывается, и здесь находятся наушники. Лево-право подписанная кнопка показывает, сколько, наверное, заряда. Нажимаем, видите, загорелось 3. Качество, вон видите, они немного потерты, пластик не очень качественный. Сзади у нас вход для зарядки, защелкивается,
И вот ухо достали. Здесь нет кнопки, здесь сенсор, индикатор. Такие вот хвостики удобные. Эти хвостики, кстати, можно по желанию снять, если кто не любит здесь. В инструкции сказано, что время 4-5 часов можно прослушивать. Нет, 3-4 часа слушать, 4-5 разговаривать. Заряжаются 60 минут. Каждое ухо 55 мА в час. Соединяются они по Bluetooth к любому устройству. Год закончился, а у меня еще чуть-чуть доходят новогодние товары. Три гирлянды, все разного свечения. Проволочка, люблю такие гирлянды, куда угодно можно повесить, форму придать любую, работают от батареек, и одна кнопка включения-выключения, on-off. Больше тут, наверное, не знаю, что рассказывать, нечего. Гирлянда каждая по 3 метра идет, светодиодики на проволоке, видите, маленькие-маленькие светодиодики, они красиво горят, люблю такие гирлянды. Можно украсить что угодно. Их здесь у меня 3. На выбор огромное разнообразие расцветок. Свечение синий, красный, зеленый и разноцветный. Такой гаджет для кисточек, для макияжа, для того, чтобы их чистить. Я как-то уже показывала в своих распаковочках, даже сняла отдельное видео. Вот тут вот я вам вставлю, переходите, смотрите видео, как пользоваться данным аппаратом, так назовем. Так вот он выглядит. Приходит в фирменной коробочке. Все внутри упаковано. В комплекте что у нас тут идет? Инструкция на английском языке. Стоечка для того, чтобы ставить сюда кисти. А сам аппарат, она с силиконовыми ножками. Это я не знаю, честно, для чего. Мы сюда вставляем такую насадочку. Их в комплекте 2 пошире, поуже. Также в комплекте вот такие вот силиконовые штучки, куда мы вставляем наши кисти. Вот так ставим. И берем, вот так одеваем. Нажимаем на кнопку. 3 скорости вращения. И выключается. И она тем самым вот в этом контейнере, куда мы наливаем воду, там в комплекте зарядная, кисточка начинает чиститься. Так вот, необычный аппарат. Здесь вход для зарядного. Сам он красивой формы. Просиликонен, чтобы удобно держать. Здесь, видите, первый режим, второй, третий. И выключение. Все выполнено красиво, аккуратно. Эти силиконовые. В общем, залезут любые кисточки. В общем, вот такой вот интересный комплект для мытья аксессуаров для макияжа. Выбор было несколько расцветок. Было еще в черном. Еще в каком-то. Комплект трусиков. Каждый упакован в свой пакетик. Все трусики абсолютно одинаковые, поэтому покажу вам на примере одних. Люблю такого плана трусики. Они очень красивые, смотрятся очень на теле красиво. Мягкие, кружевные. На свои параметры взяла размер L. Так вот они выглядят. Очень красивые. Резиночка здесь не тугая. Ткань 90-й нейлон 10 спандекс. И сзади они типа стринги сделаны. Но не очень. Вот видите, как сзади. Ластовица хлопок 100%. Кружево мягкое, красивое. Мне нравится. На выбор было много разных комплектов с разными расцветками. У меня красно-черный и сиреневый. Были и белые, и бежевые, если не ошибаюсь. В общем, выбор большой, разнообразный. 3 сумки из одного магазина. Сейчас про каждую покажу, расскажу. Каждая сумочка приходит в тряпочном чехле. Начнем с такой вот чемоданчик в красивой желто-ярком оттеночке. Здесь имеются 2 небольшие ручки. И также имеются крючки для того, чтобы нацепить ремешок, для того, чтобы носить на плече. Она держит форму, дно, ну то есть твердое, плотное. Там такая типа квадратненькая. Здесь воздушная подушка была, чтобы форму не потерял. И вот в комплекте ремешок идет из такого же цвета материала. Он регулируется. Застегивается сумочка на кнопочку. И здесь у нас один большой отдел. Подкладка приятная, не шелестит. И здесь есть один карман на молнии. Прошито все ровненько, аккуратненько. Фурнитура в золотистом оттеночке. Все шовчики ровненькие. Текстура сумочки приятная. Типа под кожу сделана. На выбор данный вариант сумочки был в нескольких расцветочках. Кстати, здесь в этих стенках, видимо, внутри какой-то картон вставлен, что она форму держит. Даже так застегивается. В общем, вот такая сумка одна.
следующая мини-сумка в таком, знаете, бронзовом, ой, не бронзовом, даже не знаю, что за оттенок. Идет на металлической молнии. И сзади тоже здесь небольшой карманчик, тоже на металлический, с хлястиком. Так, внутри у нас набито, чтобы не потеряла форму. Это даже, знаете, что это типа большой кошелек. Смотрите, тут видите, какие отделы сделаны для карточек. И еще вот такой отдел. Интересно. Достаточно вместительно. И еще один карман на молнии. И в комплекте идет два ремешка. Вот такой ремешок, чтобы нацепить просто на запястье и через плечо. В том же цвете, что и сама сумка. Фурнитура вся в золотом оттенке. Вот такой вот интересный вариант. Сумка-кошелек, сумка-клатч. На выбор было много разных расцветочек данного варианта сумки. И последняя сумка вот такая вот. Не знаю, почему понравилась она мне. В черном цвете взяла, она необычная. Она, эту сумку можно носить вот таким вот образом за веревочки и вот разложить вот так вот. Она просто обычная черная сумка из такой ткани водонепроницаемой. Мне она очень понравилась на картинке продавца, как там показано, как носит ее. Застегивается на две кнопочки. Внутри у нас имеется тут вот карманчик и один большой-большой отдел. Он из подкладки такой, она не шелестит. В общем, здесь можно много что сложить. Там даже показано, как девушка просто вот так, она набита. Конечно, она сейчас, у нее нет формы, она не очень смотрится. Там набита, она просто в руке ее держит. Так здорово смотрится, так понравилось мне. В общем, такая сумка. Это триммер, приходит в фирменной коробочке. Доставка была где-то около недели в пути. Есть в России склад, в комплекте идет инструкция. И вот сам триммер. Здесь зарядная, работает он от аккумулятора, что очень хорошо. Щеточка для чистки. Сам триммер красивый. Посмотрите, какой красивый, беленький, глянцевый, похож на помаду. Здесь вход для зарядки, индикатор. Так, снимаем и... Оп, кнопочка вверх, и он заработал. И вот такая вот есть насадочка. Для того, чтобы, может, брови, у кого усики, там, мужчинам в носу волосы эти подбривать. В общем, триммер тут много для чего подойдет. Достаточно такой шумный. И защелкивается. Классная вещь. На выбор у продавца было еще в других расцветочках. Были такие какие-то радужные, красивые. В общем, заходите, смотрите. Так, очередные наклеечки для... моих мальчишек. Это наклейки, как их называют, водонепроницаемые, типа для ноутбуков, ну, в общем, для чего угодно. Самые обычные наклейки, они такие плотные, популярный там какой-то герой, у меня старший сынок знает, его постоянно его рисует, я даже не знаю, кто это такой. Это сантиметровая лента, брала не себе, я уже как-то в своих распаковочках показывала, сделала такой красивый себе вариант. Цветной, это обычно красный, посмотрите, какое качество ужасное. Видите, она вся, такое чувство, что ей пользовались и мне отправили, видите, она вся царапана, в общем, качество ужасное. Конечно, в использовании это не помешает, но сам внешний вид тоже должен же быть хороший, я же новую вещь покупаю. В общем, вот такая сантиметровая лента, достаем, она фиксирует, и чтобы собрать, мы нажимаем кнопку, очень удобно. И с одной и с другой стороны у нас сантиметры, в общем, такая кругленькая. Оп, слышите, щелчок какие? Я с удовольствием пользуюсь своей. Мне нравится, удобный вариант. И вам рекомендую. Очередная картина, постер взяла себе поставить на рабочее место, украсить. Пришел постер в такой тубе пластиковый, упакован замечательно, поэтому картина не повредилась. Она такая вот большая, как видите, красивая, бирюзовая. Картина напечатана на полотне, на плотной. Рисунок четкий, яркий. В комплекте к этой картине очень много разных вариантов. Может быть, еще закажу, не знаю. Как видите, здесь краев уже нету. Эту картину я буду, скорее всего, ставить в рамку, не натягивать. Очень красивая, мне нравится. И пришла, кстати, быстро. Много раз уже показывала, еще раз показываю, вот попросили, еще раз заказала, но может кто не видел, Bluetooth гарнитура, идет один наушничек в комплекте, идет инструкция зарядная, запасная амбушюра, удобно, что вот это вот ухо можно и налево, и направо, оно вот видите, поворачивается туда-обратно, имеется кнопка на микрофон здесь для управления звонками и также на самом блоке включение-выключение, вот видите, замигало,
регулировка громкости и вход для зарядки. Сам приятный корпус, матовый, бархатистый, на ощупь мне нравится. Качество звука отличное, собеседник слышит замечательно, без всяких помех, шипение. В общем, звук супер, мне нравится. В общем, я могу эту гарнитуру посоветовать. Комплект патчи, каждый в индивидуальной упаковочке. Я беру такие иногда, у меня есть и в коробке, в баночке, кто смотрит, знает, в холодильнике храню. И вот такого плана это с собой удобно брать куда-либо, когда едешь, либо в командировку, либо к родителям вот в гости, удобно с собой брать. Каждая упакована в пакетик, тут надо вскрывать. На каждый напечатан, тут вот на каждый срок годности, 22-й год. Храню их тоже в холодильнике, здесь тоже пропитано достаточно много жидкости. Они такие плотненькие, толстенькие, силиконовые. Популярный бренд Оедо, как его, не знаю точно правильно назвать. Тут еще в подарок положил пробничек продавец. Ну вот и все, наше видео подошло к концу. Обязательно пишите в комментариях, что вам понравилось сегодня, что не понравилось. И не забывайте про конкурс. Подписаться на меня, на магазин с AliExpress. И через неделю выберем мы двух счастливчиков, которым достанется две пары обуви очаровательных шлепок, которые очень актуальны в этом сезоне. Все ссылочки будут внизу в описании, в первом закрепленном комментарии. Ну что, буду с вами прощаться. Вам желаю хорошего настроения, замечательного дня. Всем пока-пока. До новых встреч.